«Стоп пирамида» — специальный проект Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и канала «Финверсия ТВ». В центре внимания проекта — недобросовестные практики или обман на рынке финансовых услуг. Всем здравия! Добро пожаловать на «Стоп пирамиду» — канал по повышению личной финансовой безопасности. Предупрежден, вооружен. Поехали! Фонд ежедневно сталкивается с обманом людей. Стать жертвой развода – это серьезный удар по самооценке любого человека. Независимо от суммы потери, тяжелая психологическая травма и острая боль гарантированы. А стыд и досада может терзать человека долгие годы. Как ни странно, негативный опыт далеко не всегда становится прививкой от безрассудных финансовых решений. Жертвы пирамид давно стали одним из любимых объектов для охоты финансовых мошенников. Поэтому списки пострадавших активно продаются в криминальном мире направо и налево. Каждый четвертый пострадавший, по статистике фонда, становится серийной жертвой и приходит в новую пирамиду во второй, третий и пятый раз. Желание отыграться, вера в то, что обязательно должно повести, оказывается сильнее разума и собственного печального опыта. Сегодня история про десятки тысяч россиян-жертв. Пострадавшие граждане ежегодно попадают в сети преступников, которые обещают вернуть уже ранее украденное. Все чаще при этом мошенники представляются сотрудниками Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Год назад киберзлодеи создали мошеннический сайт фонда, о чем мы уже рассказывали на сайте Стоп Пирамида. Ссылка в описании. Кибержилье творчески модернизировало сайт фонда. На лжесайте сайте исчезло несколько важных правил. Нет лимита комиссионной выплаты. Мерзавцы готовы пообещать вернуть миллионы. Исчезло условие, что деньги выплачиваются исключительно гражданам России. В результате среди жертв лжефонда оказалось немало граждан других стран. Сайт с помощью Банка России был заблокирован, но это не остановило аферистов. На злобу дня, как это все происходит сейчас, раздается звонок IP-телефония, технический прогаз идет на помощь жуликам. Определитель, естественно, показывает московский номер. В некоторых случаях моделируется номер горячей линии фонда. Если жертва проявит недоверчивость и захочет проверить звонившего, то жертва обнаружит, что действительно звонили из фонда. На самом деле, в абсолютном большинстве случаев звонки поступают из колл-центров. Колл-центры находятся в сопредельных государствах. Там много людей с хорошим знанием русского языка. Уважаемый Дмитрий Дмитриевич, добрый день. Это Новикова Виктория Андреевна. Мошенники спокойно указывают свою личину. При необходимости готовы прислать копии всех своих документиков. Как иначе? Джентльмены удачи должны завоевать ваше доверие ибо доверие мошенники считают великим даром. В рамках федеральной помощи пострадавшим в финансовых пирамидах мы уточняем данные. По предварительной информации, вы потеряли деньги в брокерской конторе «Рога и копыта». Была такая история. А можете указать, много ли денег вы потеряли? А зачем? Мы включаем критическое мышление. По многим мошенническим компаниям проведены разыскные мероприятия, найдены деньги, известны имена, фамилия пострадавших. Наша задача уточнить, действительно ли они теряли деньги. Если это подтвердится, организовать оперативный возврат денег. Надо сделать запрос по вашим данным. Мы уточним, сколько денег сегодня на вашем счету. Деньги, скорее всего, есть, только они вам недоступны. Сейчас они арестованы. Вы готовы инициировать процесс возврата? Тогда начинаем. В этот момент пришла ваша очередь делиться документами. Копии паспорта и другой персональной информации. Ибо жулики должны точно знать, кого и насколько они надувают. Сбор персональных данных и копий документов ⁇ это вторая цель. Наряду с непосредственным отъемом денег. Эта информация будет еще раз использована против вас. Но это потом. Пройдет день, может быть два. Прилетит ласточка с доброй вестью. Пришло. Пришло подтверждение. Счет обнаружен, и на нем такая космическая сумма образовалась. Почему так много? Опять включаем критическое мышление. Ну, а как же? Деньги были переведены в биткоины, затем мошенники на ваших деньгах хорошо заработали и готовились их вывести. Но счета были вовремя арестованы, и теперь справедливость восторжествует. Должна быть вера. Вера, что вы участник в серьезной государственной программе. Для этого ваш кейс передадут лучшему другому специалисту. Специалист может работать в Центробанке, в налоговой инспекции, в банке. В общем, вы попадете в настоящее жулика Шапито. Директор цирка окружит вас нежной защитой и трепетной заботой. Но это не точно. Точно то, что уже есть мошеннические планы на ваши деньги. У вас будет лучшее место в первом ряду. Вы вообще будете единственным зрителем в зале. Все представление будет написано и срежиссировано и сыграно только ради вас. Вы будете единственным человеком, который не знает сценария схематозного маскарада. Зачем в спектакле до одного зрителя задействовано столько актеров? Во-первых, криминальные актеры работают за очень большие деньги. За билет на спектакль «Возврат вклада» жертва платит как минимум десятки тысяч рублей. Нередко оказывается, что и выше. Выше, чем та сумма, которую человек потерял в пирамиде. Парадокс. Но это, увы, так. Во-вторых, коллективное внушение оказывается гораздо более эффективным индивидуального. Многоголосый хор зайчиков-жуликов скорее нас очарует, чем самое пронзительное соло. Пройдет неделя-другая, и вы уже забудете, что все циркачи, клоуны, жонглеры, факиры появились после невинного звонка госпожи Новиковой о федеральной программе помощи, что все они с ней связаны. Вы окажетесь в специально смоделированном для вас мире с лжефондом, лжеполицией, лжебанком и лжецентробанком. И каждый из этих актеров будет подтверждать существование друг друга, действовать слаженно, дружно, с огоньком, за ваши деньги, но против вас. Кстати, совершенно не обязательно, что вам назовут точное имя фонда. Если вы проявите настойчивость, конечно, вам представятся. Расскажут о фонде, о том, что он находится и кто им руководит. Аферисты мою сложную фамилию не с первого раза, но выучили. Теперь криминал может назвать адрес фонда, Жулики могут представляться от лица реально действующих сотрудников фонда, имена которых можно найти на сайте. Катарсис – это письмо счастья от аферистов, или иначе ваша выписка из лжебазы псевдофонда. Там нарисована космическая сумма компенсации. Это подделка, фейк. Фонд государственный, поэтому надо подписать договорчик. Текст договора слянзили с нашего сайта. Но есть в договорчике мошеннический такой пунктик. В случае отсутствия необходимых для получения комиссионной выплаты расчетных счетов, сертификатов, квитанций, чеков, копий и оригиналов договоров. Расходы, возникающие в ходе оформления, восстановления и доставки, вкладчик оплачивает самостоятельно. Дескать, лжефонд ваших денег не берет. Но другим плохим дядям и хитрым тетям, которых укажет он, надо заплатить. Шулиководы плохо учились в школе. Вот двоечники стали шарлатанами. Как говорится, романтика. Поэтому гений из лжефонда вписывают в договор известную им мою фамилию и номер доверенности. А везде черным по белому написано, что управляющий подписывает документы от имени фонда без доверенности. К сожалению, жилье теперь не заморачивается созданием сайтов двойников фонда, всех адресуют на настоящий сайт. Тактика – усыпить бдительность. Тактика срабатывает. Единицы, посмотрев сайт, успокаиваются. Он существует и работает. Особо любопытным, которые доходит до реестра и лимитом по выплатам, специалисты ЛЖ фонда разъясняют, что общие правила действуют для организаций в реестре. Но есть пирамиды, по которым сейчас проводится расследование, по которым есть возможности выплатить все деньги, которые нашли. Несколько раз мы столкнулись с шедевральной аргументацией криминальных режиссеров. Например, на вопрос, почему вы готовы платить более 35 тысяч рублей, о которых говорится на сайте фонда, актер, играющий роль псевдоменеджера фонда, заявляет, как вы разве не слышали, что в прошлом году крипто-МММ и фонд объединились, и теперь это одна организация. Поэтому ваши потери теперь это полностью наш долг. Конечно, этот бред в интернете проверяется за две минуты, но большинство зрителей пострадавших слишком хочет в него поверить. Для счастья, чтобы вернуть деньги, надо заплатить 300-700 долларов. Потом еще, потом еще. А почему надо платить? Опять включаем критическое мышление. Ваши деньги не в России и не в фонде. Услуги по выводу ваших средств из офшоров оплачивать за вас никто не будет. Обратитесь в юридические компании, если вы не доверяете нам. Узнайте расценки. Логика есть, если только верить. Верить легендам мошенников. На самом деле нет никаких найденных и арестованных денег. Если вы отправляете на карту кошелек или криптокошелек физического лица какие-то деньги, то никогда больше их не увидите. У специалистов лжефонда на все есть лжеответы. Молоко черное. Скажут, весьма авторитетные люди с представлением документов. Знакомимся. Постоянный фейковый партнер фонда, действующий член Московской палаты адвокатов Виктор Авдеев. Правда, в реестре столичных адвокатов никакого Виктора Авдеева нет. Но зато есть псевдоудостоверение. Прислали нам его дважды. С Дальнего Востока и второй раз из Беларуси. Кстати, слово «адвокат» в удостоверении написано на белорусском языке. Фейковый Виктор Авдеев расскажет, как получить деньги очень быстро. Надо только еще быстрее оплатить услуги банков, ну и других посредников. Особо недоверчивым жадинам адвокат Авдеев даже пришлет копию своего паспорта с подмосковной пропиской. Фотографии на документах принадлежит не мифическому адвокату, а реальному молодому ученому из Минска. Ее позаимствовали жулики с сайта одной из конференций. Еще одна из аферийских уловок – крючок с регулярным возвратом денег. Сначала мошенники под любым предлогом просят внести крохотные деньги, ну, например, 5000 рублей, а потом несколько недель будут переводить вам по 500 рублей. Это аркан доверия для жертвы. Деньги ведь действительно возвращаются. Правда, никто вам не вернет внесенные ранее 5000 полностью. Но приятное послевкусие от нескольких пополнений счета остается. В какой-то момент вам предложат внести большую сумму для того, чтобы получить все и сразу. Конечно, это конец сказки. Еще в мошенническом репертуаре фейковые фирменные бланки иностранных банков. На каждом из них будет ваша фамилия и крупная сумма денег остатка на счете. Житель Дальнего Востока одновременно получил 6 писем счастья с выписками со счетов 5 банков. Барклайс, Чикагская биржа, Сингапурского УСБ-банк, Сельшейского Аль-Салам Банк, а также Сантадер Банка. Хорошо, что мошенникам обмануть его бдительность не удалось. До многие, кто нам звонил, увы, успели отдать деньги мошенникам. Сейчас криминальной новеллой от имени Лжефонда стала организация коллективного сбора денег. Фонд позвонила женщина, которой Лжефонд обещал возврат круглой суммы денег. После ряда пожертвований жуликам жертва почувствовала недоброе и решила проверить информацию о настоящем фонде. В ходе разговора выяснилось, что представительница прекрасной половины человечества никогда раньше не была жертвой финансовой пирамиды. Интересно, на что она надеялась. Оказывается... В пирамиде пострадала ее знакомая. Мошенники пообещали пострадавшей компенсацию в несколько миллионов рублей. Но надо внести 10% от суммы. Таких денег не было. Поэтому лжефонд предложил собрать деньги у подруг и знакомых. Будьте бдительными. Федеральный фонд выплачивает компенсации только по тем компаниям, которые включены в реестр фонда. Ссылка на реестр в описании. Никаких исключений нет и быть не может. Максимальная сумма компенсации 35 тысяч рублей на человека. Денег для получения компенсации платить не нужно. Компенсация выплачивается абсолютно бесплатно. О сомнительных предложениях по компенсациям срочно сообщайте в Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров или на горячую линию ⁇ Стоп-обман ⁇ Предупрежден, вооружен. Ваши права нарушены? Вас обманули? Вы видите признаки мошенничества? Вы можете обратиться в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Специальный проект ⁇ Стоп-пирамида ⁇ Ссылки в описании под видео. Проект не берет на себя право однозначно заявить, что тот или иной участник финансового рынка является мошенником. Наша задача ⁇ обратить ваше внимание на признаки недобросовестности или прямые нарушения требований законодательства и регулирования в соответствии с критериями Банка России.